Уважаемые друзья, может, это станет хорошей традицией спустя много лет приветствовать здесь людей, которые приносят славу нашей стране. Мое отношение к спорту вы знаете, поэтому я вас пригласил в такой неформальной обстановке пообщаться с вами и поблагодарить вас за то, что вы сотворили на земле грузинской. Я вот посмотрел, 19 медалей, 8 двоеборья и лидирующее место в общекомандном зачете. Ну, просто молодцы. Более того, я в силу того, что времени не хватает, редко смотрю полностью соревнования по тяжелой атлетике. Ваш вид спорта – это страшно тяжелый вид спорта, самый тяжелый вид спорта, нудный такой, где надо постоянно бороться. И хорошо бороться в игровых видах спорта. Это интересно, это динамично. Но когда ты постоянно борешься с собой и штангой, это каждый день, это очень тяжелый вид спорта. Но я возвращаюсь к тому, что этот чемпионат Европы, благодаря вам, я фактически посмотрел полностью. Благодаря вам. Потому что вы молодцы, вы выигрывали, вы боролись. Самое главное, что боролись. И у вас почти не было неудач. Почти. Тренеры молодцы. Они четко планировали подходы каждого спортсмена. Вы знали, на что способен спортсмен. Ну, не скажу, что вы на 100% результаты показали, но близко к этому. В общем, мне на чемпионате Европы все понравилось. Молодцы. Но планку подняли высоко. Тренеры перечеркнули все свои неудачи. Каждому виду спорта надо внимание, не скрываю, нужен определенный административный ресурс, надо создать условия. Ну, к сожалению, ни в одной стране, и не только у нас, без этого ресурса не обойтись. Поэтому я закрепил министров и ведущих руководителей страны за видами спорта. Поэтому я с них и спрашивал. Вот. Но критиковал часто тренеров. Но видя, как умудренные опытом, вы просто красавцы были там на помосте вместе со своими подопечными, нашими ребятами. Поэтому я счел необходимым сегодня встретиться с вами, воочию вас поблагодарить. Откровенно говоря, слишком мало радости приносит в последнее время спорт белорусам. Но тяжелая атлетика входит в ожерелье тех видов спорта, которые приносят славу. Это великий вид спорта. Вы просто молодцы. И я особенность такую заметил в этом году. Вот ребята, когда уже берут флаг, чувствуется, что это белорусы. Понимаете, это уже не то, что корни там в Советском Союзе, это они там. Это уже наши. Наши. Тренеры взяли все лучшее, что было в нашей той большой стране, и уже воспитали своих. И уже чувствуется, что это выходит белорус, рожденный, как я говорил, в суверенной и независимой Беларуси. Вот что такое спорт и какую славу вы принесли нашей стране. Поэтому спасибо вам большое, ребята. Я очень надеюсь, что вы со своими отцами, тренерами сделаете все возможное для того, чтобы не подвести нашу страну в будущем. Скажу, что наград не жалко, но для меня очень важно, чтобы все понимали, не переборщить сейчас. Уже к мужикам подтягиваться.